С Новым годом! С Новым годом! Я проснулась самое последнее. Собаку с свиной колбасой кормим. Вы чего, обалдели, что ли? Ей ни одной нельзя. Да, мама, здравствуй. Можно, 1 января все можно. Нельзя! Ей плохо будет, она погибнет. Ей будет хорошо. Хорошо будет мне. Мне надо свиной колбасы. Маша, с добрым утром. Я одна колбаска. Забыла. Ты ей дала одну колбаску, ты одну, папа одну, мама одну. И вот уже бекон ходячий. Я одну при одну ей дала. Нельзя. Все, я же говорю, больше ничего не ем. Так, попробовать. Дима, как тебе не стыдно? По поводу? Собаку с иной колбасой кормить. Я единственный, кто ее не кормил. А свет-то горит, а я щеколду закрыл. Думаю, странно. Вот здесь, на этой двери? Да. Думаю, ладно. Надо пойти проверить. Щеколду открываю. Дверь толкаю, дверь открытая металлическая. Да. Пластиковую толкаю, пластиковая открыта. Думаю, так, понятно, люди ходят, гуляют. Все, думаю, закрываю. А так я шел, я закрыл все и спать бы ушел. Ясно. Нет, а я вышла. Причем, я вышла, я все доделала. Потом думаю, так, простите, а Дима-то где? Самое интересное, Дима-то где? Я вышла, да, увидела, везде темно, прошлась вот здесь, все выключила. Думаю, так, смотрю, света нет, думаю, Дима, наверное, спать ушел. Я пошла в туалет, думаю, нет, Димы там нет, думаю, значит, где? Я тихонько встал, вот. Вышел, смотрю, никого нет. Это так можно ведь целый день ходить друг друга искать. Не видеть. Ты же надо. Я щеколду закрыла, все пошли, ну и думаю, блин, а если свет-то горит, то, наверное, еще не легли. Да. Надо, наверное, открыть щеколду, пойти проверить. Да. Я тоже буду кушать. Можно мне кушать? Я просто, честно говоря, не думал, что там кто-то еще до 5 утра досидит. Да ты что? Нам повезло с посудомойкой. Понятно. Значит, мы ходили вчера друг друга искали. Угу. Я вчера там «Игра престолов» закончилась, я смотрю, 5 часов, думаю, какой здравый человек будет сидеть до 5 утра. Что, прям все покушали? Ау! Принеси, пожалуйста, ей таблетки, она сидит, ждет. А, да? Хорошо. Половинку из-за прыжка. Ты опять у меня? Давай. А что ты тащишь-то, Люся? Оставь ты стул на месте. Не, я ставлю, я на стуле хочу. А я на диване хочу. Вот. Бабушка, садись рядом со мной. Как обычно, половинка из-за принозина и целый синукрет. Подушка. Для Лизы? Ага. Бабушка, садись рядом со мной. Сейчас, Марусенька, иду, солнышко. Я так понимаю, гирлянды на ночь никто не отключил. Я отключила. А, да? Значит, кто-то сегодня уже включил. Я отключила на ночь. Женя. Я вытащила вот тут две розеточки. Ну, для тебя положили, конечно. Ой, а мне можно налить в мою чашку тоже? Спасибо. Так, Женя, ну-ка. Я наливаю только в испачканные чашки. Давай я другой какой-нибудь испачканный. Так, а я что-то кофе хочу в этот раз. Я тоже хочу кофе, тем более у нас молоко есть. Да, с молоком. Это шампуська, да, как тянет? Да. После шампуська хорошо. Как я вот эту вообще вчерашнюю фразу помню. А стол мы убирать не будем, потому что там будем завтракать. Да. Я слышу, никто ножами не гремит и вилками. Ну и чего? А еще ты меня просила, таблетки ты не просила. А где ты кофе взял? А все, я последний допил и все выкинул. А, все. Так вон банка. Да я знаю, я к тому, что может есть не начать? Не, я посмотрю, что есть еще. Есть еще и пакет вон наверху стоит. Ой, хорошо как, а? Угу. С лица пошло. Угу. Сейчас пойдет еще как хорошо. А что пошло-то? Не знаю. По душе. По душе. Настроение как-то. Да, все так точно. Это, складненько. Угу. Вот так. Угу. Прям вот как-то оно, да? Да. Угу. Прям вот как-то как надо все. Да. А выспались? Там, отдохнули? Да. Аллочка, Маша, с Новым годом! С новым счастьем! С новым здоровьем, да, девочки. Так, а мы сколько сахара? И тебя, Женя, с Новым годом! Мне... Борюсик! Три. Три. Без горки. Борюсик. Как Борюсик-то? Гнездо мы уже сранчи. Марьюшка. Где твой юморист? Он птиц кормит. Гнездо мы уже сранчи. Куда я делаю кофе, скажи, пожалуйста? Не знаю. Все, я так чувствую, что я куда-то дело, смотрю на него. Юный орнитолог. Под дождь.
Бабушка, а ребенок, бабушка, а ребенок. Бесюны. Только, погоди, погоди. Я хочу стать стрельбой. Не хватай меня. Бесюн. Ух ты, я лечу, ура! Ура! Ехал! Женька, иди Машку лежи! Лежи Машку! Ехал! Ехал! Я лечу! Я лечу, как птичка свечка! Курлы, блин! Блин, ты прекратишь ходить туда-сюда или нет? Дай мне их снять. А ты не меня снимаешь? Нет, не тебя снимаю, но ты туда-сюда, как маятник. Что ты меня не хочешь снимать? Бух-бух-бух-бух. Опять синичку. Раз, два, три. Папа превратился в бабочку. У меня есть. Курлы-курлы. Бабочка не курлычет. Борис решил посмотреть видео, потому что он же не видел себя со стороны, когда он был Дедом Морозом. Доволен, улыбается. Хороший из тебя Дед Мороз. Да, не тот институт я закончил. Кстати, тебе страшно было быть Дедом Морозом? Почему? Ну, мало ли, вдруг Машка тебя разоблачит. Меня? Ну, похоже, ты от скромности не умрешь. В прошлом году она как, когда позапрошлом, все в порядке, стишок почитала. Да, да. А потом говорит, деда, ты уже переоделся? Ага, это в позапрошлом году. Доброе утро, страна. Да уже не доброе утро. Добрый день. Сегодня спали до двух. Стыдно сказать, до двух дня. Но зато все выспались, у всех хорошее настроение и успели позавтракать. Ребята сейчас ушли в магазин. Они еще возмущались. Ну кому нужен магазин 1 января? Ну кто туда пойдет? Вот они первые туда и пошли. За соками. Вот никто не знал, что от шампанского, оказывается, все время хочется пить. Вот они собрались и пошли в магазин. Маша, Дима и Алла. А мы вот остались с Борисом вдвоем. Отдыхаем, наслаждаемся. Теперь Боря смотрит Аллочкин влог. Они отойдут. Туалет связи. А, ну да, потом будем доставить. Значит, здесь подарки только Машке, правильно? Да. Ничего не развязывай, мешок бросил и убежал. Зачем? Ты что, наоборот? Все, это, весь ритуал. Да? Ты не завязывай его, не надо, пускай он его в руку возьмет и все. Да. Ну, потом не завязывай. Не хочешь. Подожди, Алла. Это что? Ой, это мешок. Это мешок больше, маленький. Почему больше? Ну, в смысле, да, из костюма подожди. Скажите ей только, что я мыть пошел. Ну, а что ей? Ну, да. А что ей? Ну, да. В темноте там не видно. Это надо везде вырубать. Это нафиг, везде во всем поселке. Нравишься? Сам да. Себе? Гордишься собой? Смешно. Ой, котлетка. Мешок закинул. Надо уходить. Не очень светило. Давай ручку уже не Боря? Да. Тебе еще тут подарок. Вот, держи. Это передала тебе Наташа. Я не знаю, что. Сейчас посмотрим. Угу. 120 на 80. Замечательно. Как победить гипертонию? Спасибо большое. Это не мне, это Наташа тебе передала. Наташа, спасибо большое.
Как раз с давлением у меня. Да, проблема. Не всегда. Хорошо. Почитаем. Почитаем. А то эти таблетки уже. Ну да, здесь наверняка какие-то народные способы. 60 возможно. Способов отладить внутренний механизм. Замечательно. Здорово, да? Спасибо большое. Наташа вообще всегда умница, она молодец. Она вот всегда подмечает все вот. Дыхательные гимнастики. Точно. Тонус ходьба. Вот как раз ты на пенсии будешь заниматься. Да. И будет у меня 120 на 80. При 120 на 80 я сплю. Но это может пока. Спасибо. Спасибо. Очень нужная вещь. Очень нужно. Потому что эти таблетки подбираешь. Они сначала действуют, потом не действуют. Да, потом перестают действовать точно. Начинаешь новые подбирать. И процесс бесконечный. Да. Спасибо. О, Москва слезам не верит. Ну вот что можно делать 1 января, вторая половина дня? Пить сок. Правильно, надо пить сок. Год собаки. Год собаки. А собаке соку? Собаке соку не надо. Собаке надо дичь. Дичь. Дичь вот у нас бегает около сарая. Ты дичь кормил сегодня, кстати, свою? Кормил, конечно. Орнитолог. Насыпал им, не едят, с похмелья, наверное. Боря, ну что ты говоришь? Ты им наливал, чтобы они были с похмелья? Нашли где-то, потому что я им насыпал. Вышел один только. Да? Посмотрел на это дело. Да? Куда кошмар. О, даже есть не стал? Безобразие. Зажрались они у тебя. Когда была в фикс-прайсе, приобрела вот такие носы. Вот такие симпатяшки. Ну, вы видели. Сейчас попробую открыть. Маша придет. Думаю, что будет интересно. Надо померить хоть один. Это вроде собачий нос, но почему-то с дыркой. Ну, год собаки, значит, надо мерить собачий нос. Главное, не перепутать бы. Ну-ка, дырки-то есть для дыхания? Вроде есть. На мой нос ничего не лезет. Ну-ка. Ой, мам, дорогая, ой. Ребята, это... Господи, нос на лбу. Ну-ка. Похоже? И? Женя, это мама. Пойду Бурьке покажусь. Вообще, следующий год мой. Год свиньи. Вот сейчас я пятачок нацеплю. А? А? Как я тебе? Хороша вообще. Красота – это страшная сила. Почему на свадьбе это не одела? Вообще было бы. Гад паршивый. Нос собачки. Ну, вообще, это для детей, конечно, я понимаю. Что-то как-то даже в нос стало говорить. Следующий мой год. Год свиньи. А этот год? Год собаки. Ну, это год собаки, собак, да. Собак страшный, это я. Ты всегда так говоришь. Иди сюда, нос одену. Налезет тебе, нет? Нет. Ну, давай попробуем. У тебя голова большая, у тебя нос зато. Нет. Ой, подожди, как ногами. Так, держи нос рукой. Ухи-ухи. Ухи-ухи, осторожно. Слушай, тут веревка мешается. Вот она видна. Сейчас я уберу ее. Хорошенький. Ну, мне кажется, мне больше идет. Ну, это вопрос спорный. Кому больше идет? В зеркало. Иди посмотри. Так, а я хочу попробовать одеть... Свое. Ну, свинья, она и в Африке свинья. Так, сейчас оденем. Во-первых, надо это все развязать. Как я старая свинья, жесткая. Так, и главное не перепутать. Это носопырка какая-то вывернутая. Насморк у нее, наверное. Надо вот это вот отрезать. А что ты себе пятачок одеваешь? Да, а что? Я хотел пятачок одеть. На. Снимай. Тебе помочь?
Здесь много разных носов. А где вперед у пятачка, а где зад? Ну, Боря, вот так. Вот сморщенный, это сверху. Mm-hmm. Ну, подожди, нам-то покажись. Подожди, надо примерить. Вот, пожалуйста, мой год, а пятачок у меня уже отняли. На холодец, небось. На стюгень! А это я даже не знаю, кто это. Кто, лев, что ли? Ладно, буду царем зверей. Так, очки снимаем. Так. Во. И? И? На кого похоже? И? Ну-ка. Боря? Борьк? А, Борьк? Да, киска. Ну, а киска? Я не знаю, ты киска или ты кто? А ты кто? Ты хрюшка? Я свинья. Ты Боров или ты хряк? А я вот, кстати, это вопрос. Вот. Боров, хряк. Это же оба свинтуса. Да. А почему один Боров, а другой хряк? Я не знаю. Может, там что-то выложенное есть? Погугли. Нет, погугли, это ты у нас. Погугли. Боря, а здесь еще уточка есть, Борь. Смотри. Здесь петушка два... нету. Нет, вот тебе птица, ты будешь орол. Орол. Вот я говорю, чем занимаются бабушки и дедушки, пока детей нет? Носы примеряют. Вот, смотри. Вот. Борь, смотри, вот это нижняя челюсть, это вниз. На Женю надо одеть. Интересно, что будет? Да она не даст садить. Да не даст, конечно. И вот уточка еще есть. Ну, в уточке тут дышать нечем, дырочки не сделаны. В свинье дышать нечем, там дырочка какая-то. Ну, я ее проковыряю сейчас, прочищу. Пойду тоже в зеркало посмотрюсь, потому что интересно. Надо нам наиграться, пока детей нет. Нет, птица это... Значит, это народ надо одевать, наверное. Ну, ты что ж, ну, я... Ну, птица, рот. Смотри, смотри, Женя, смотри, что делает. Что надо, Жень? Давай на Женю оденем. Да не оденем, но. Ну-ка. Киска? Ну, может быть, и киска мурыска. Да. Мяу. 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 Машка будет удивлена. Скажет, что делают, что делают. Так. Свинья нам нос. Ну, сейчас я ножницами подрежу, подожди. Так, и я вот буду с свиньей все-таки. Почему свиньей-то ты должен? А потому что ты большой? Естественное состояние. Дурачок. Естественное состояние. Ну, что-то курносая какая-то утка. Может, так и должно быть? Гусь свинье не товарищ. Это только в сказках, а так мы с тобой красавцы. Не то слово. Дай поцелую. Дай поцелую. Свинью? И... Хорошо, Новый год-то начинается. Гусь свинье не товарищ. Хорошо, Новый год начинается. Вернулись домой. Внезапно. Папа стал свиньей. Естественное состояние. Ну, может, тут играли, пока нас не было. Вот так вот. Как себе передышал воздух. Я же говорил, баллончик для собак. Жесть. Ты у нас ниф-ниф, нуф-нуф или наф-наф? Хрюм-хрюм. Мы сейчас долго думали. Хрюм-хрюм. Даже погуглить решили. Чем отличается Боров от хрен? Ну как? Не знаю. Гуглить надо. Маш. Жесть. Не идет? Наблюдательная Маша какая. Не заметила. Ой, обалдеть. На кого дедуля похож? На Борова или на хряка? Она не знает, кто такой Боров и кто такой хряк. Это свинья, мужики. Отличное объяснение.
Это свинки-мужики? Да. Это свинья? Ты свинья, папа? Ну, как скажешь. Ну, по-моему, это свинья. Машуня, иди сюда, Машуня. По-моему, это свинья. Это свинья, Маша, ну, мы сейчас сделаем и свинцовать. Маша, закрой глаза, Маш. Маша, закрой глаза. Только не открывай, честно-честно. Потом посмотришь на себя в зеркало. Так год собаки же были. Так, девай. Ой. Ва! Иди в зеркало смотри. Ребята, не уходите. Я не буду это одевать. Это нет, ты оденешь другое. Так, закройте все глаза. Все глаза. Алла, иди сюда. Дима, закрой глаза. Я иди сюда? Да, и Дима. Дима, ой, закрой глаза. Я закрыла. Кто? Иди, а Дима, кто закрой? Закрой глаза. Алла, закрой глаза. Все закрыли глаза. Все закрыли глаза. Никто глаза не открывает. Нет, ой. Да, я подержу. А можно с глаз резинку снять? У меня все равно сопливый. Ничего. Я ничего не знаю. Простуженная будешь. Ай, уши. Осторожно, осторожно, ты не сдвигай. Так, теперь у нас Дима. Я пока не открываю, да? Да. Хорошо. Боря, иди помоги. Да. Я сниму. Понятное дело, ты снимешь, Боря, страшно. А после папы я не знаю, кто идет пока еще. Вот. Можно открывать. После папы кто идет? Можно открывать. Ты клоун. Я клоун? А ты, я не знаю, страус, цапля? Почему? Орол. Орел или курица? Почему курица-то орол? Ну, петушиный клюв тоже похож. Ну, Алла. Что? Я не буду тебя расстраивать, кто ты. Что такое? Одна собака, другой собака. Ну да, ты собачка. Другая кошка. У тебя клюв. Ко. Один с клювом, другой с мордой. Не переживайте, я когда вот это одела, папа знаете, что сказал? Он сказал, что гусь свинье не товарищ. Она с гусем. Здорово. Да, только я хочу видеть, кто я. Ну, в зеркало, в зеркало. Алла, вот иди посмотри сюда, иди сюда. Орел, конечно, я говорю. Ай, у меня ухо вылезло только. Да, пес. Да, ты Женя. Клево. Вот у меня такое ухо вылезает. А я кто? Я Ларсик. О, ты Ларсик. Как уши. Маш, иди сюда. Надо на Женю одеть. Женя сейчас эти носы с вас... Ой, снимет. Нет, она решила ретироваться. Да ну вас скажи, да? Странные вы какие-то, да? Так, конфетка вот тут есть. Дай ей нос твой понюхать. Она признала в тебе собрата, Алла. Московский желтоклювый орел. Да. Как вам, подмосковный, из Долгопрудного все-таки? Ну как? Алла у нас самый курносый. Самый сопливый. Сам курносый я. Ты самый сопливый, ага. Ну, что это может быть, я единорог? Иди скажи. Так, ну что, друзья мои, привет. Димка говорит, что он единорог. Единорог? Покажите единорог. Покажись, единорог! Единорог. Единорог. Так. Здесь можно ставить аэрогриль? Да. Тоже можно. Здесь можно. Готовил. Надо только все раздвинуть и все. Вот еще конфеты на столе. Да. Какие клевые. Две Женьки. Фильтр. Да. Да-да-да-да. Классно. Интересно, картинка съедобная, нет? Съедобная. Там написано, что картинка съедобная. Классно. Картинка или картинка? Картинка. Я хочу примерить. Прикольно. Так надевается? Надевается? Нет. Вот наоборот. Вот так. О, ты решила гриль? Ты как будто не будешь. Ну какая? Ой, хорошая.
Иди посмотри на себя, Маш. Маш, иди сюда. Смотри. Сейчас я тебе экранчик подниму. Во, какая Маша у нас. Я хрюшка? Ну да. Маленький, ты поросенок. Поросенок? Ты пока поросенок. Красиво? Так, а пакет не распаковывали пока? Нет, вот пакет здесь. Мама. Аушки. Какую тебе? Женьку? Женю. И в Гусику хочу. И в Женю. И в Женька. И в Женьку хочу слопать. Не тебя, Женя. Ногу лепить? Конфетку. Не смотри! Хотите бомбить? Я пока не очень хочу. Нет, я пока тоже не очень хочу. А там шампанское холодное выдохшееся. Выдохшееся, то, что надо. Мандарошечка выдохшееся. Холодненькое. Я пока что-то вообще ничего не хочу. И я. Я пока тоже хочу быть трезвой. Я в принципе сейчас пока не хочу. Пакет хороший, большой. Там не Таня. Не Таня? Ну, Таня, видимо, работала уже, да. Таня, держи. Икрянная? Вкусная. Классно. Интересно, Женька сама какого вкуса? Попробуешь, когда до тут доберешься. Димка, можно я выброшу? Да. Ну, ладно, я можно пакет, мешать я пакет потом людям, которые выкладывают курицу. Конечно, можно. Вкусные? Нет, нельзя. Изо рта в рот передавать конфеты нельзя. Ой, смотри, смотри. В рот прям умещается конфетина. Ничего себе. И очень удобно ее, наверное, обсасывать, да, Маша? Засунь в рот, посмотри, какая ты смешная. И вытаскивай. На обезьянку похоже, да? Я же вам вчера нашу елку не показывала. Я пока не знаю, какого вкуса Женька. Ну, ты до нее когда дойдешь и попробуешь, какого она вкуса. Может, она как собака. Может, она со вкусом. Ты когда-нибудь собаку облизывала? Нет, я думаю, что она сладкая. Ну, у нее же цвета разные. Ну, значит, это думаешь... разные вкусы. А, разные цвета и разные вкусы. Угу. Логично, Маша, вот, ты знаешь? Вот красненькая, например, это, наверное, клубника. Наверное, я не знаю. Попробуешь. Угу. Ну вот и наступил вечер. Первого дня нового 2018 года. Уже вечер, на улице темно. У нас даже не горят фонари. Аллочку положили спать. Алла с Димой тоже поднялись к себе на второй этаж. Борис смотрит фильм «Притяжение». А я тоже собираюсь отдыхать. Хочу пожелать всем, мои хорошие, спокойной ночи и доброго следующего утра. Пока-пока. Спокойной ночи.